Слава Богу, братья и сестры. Приблизительно чувствую настроение каждого из вас, потому что сам в подобном настроении. Только четвертая часть народа в Доме Божьем. А где остальные? А вроде бы в прошлое воскресенье мы были все. А когда много, вроде бы и лучше, правда? что случилось, один Господь знает. Нас только информирует, информация поступает отрицательная. И что будет в следующее воскресенье, мы снова не знаем. И так можно без конца говорить о плохом, правда? Но среди самого плохого всегда можно найти и возрадоваться хорошему. Вот и сегодня оно есть. Мы в Доме Божьем, братья и сестры. Мы отвыкли от того, что мы когда-то и собирались в домашних церквах. Это прошли десятилетия, правда? И я невольно сидел и начинал вспоминать юношество свое. Домашняя церковь. Там всегда вмещалось не больше ста человек. По разным комнатам, в частном доме, сидели на полу, за счастье считали пробраться в зал, чтобы видеть, кто сидит, и кто будет проповедовать, и кто будет петь, и слушать это не через стену или дверь. И радовались, когда нас вдруг садили на пол перед передней скамейкой, и мы теперь как бы в числе первых. Ушло в далекое прошлое, правда? Но вот приходит время, когда наше число... Снижается в Доме Божьем, означает ли это, что снижается Божье благословение? Братья и сестры, Бог приносит благословение в Дом Божий, я согласен, по числу присутствующих, но распределяет его индивидуально в любом случае, правда? И если нас сегодня меньше, разве Господь уменьшит меру Своего благословения? из-за того, что не хватает 700 или 800 человек. Он принесет его для нас, которые здесь есть, и во имя его собраны. Слава ему, братья и сестры, за такой справедливый подход. Давайте будем радоваться. Мы в Доме Божьем. Никто из нас не температурит. Мы здесь. Мы можем читать, мы можем петь, и мы можем молиться. Вот что будет сегодня <как> прочитано нами. Наберитесь терпения – потому что я прочитаю целых 15 стихов, как никогда. А вы будете слушать. Еще раз, Матфея 25. Начинаем с 31 стиха. «Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, какая команда, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся пред Ним все народы и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов. И поставит овец по правую сторону свою, а козлов по левую. Интересно, никогда не обращал внимания. И поставит овец по правую сторону свою, то есть где и он находится. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его. Придите, благословенные отца моего, и наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо я алкал, алкал я, и вы дали мне есть. Жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня. Был наг, и вы одели меня. Был болен, и вы посетили меня темницы был, и вы приняли, и вы пришли ко мне. И справедливый вопрос. Праведник скажет ему в ответ, Господи, когда мы видели Тебя алчущим и накормили, жаждущим и напоили? Когда мы видели Тебя странниками, приняли или нагими одели? Когда мы видели Тебя больным или в темнице? Господи, это разве Твои места? И пришли к Тебе. Царь скажет им в ответ, «Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из всех братьев моих меньших, меньших братьев и сестры, подчеркните это слово, то сделали мне». Процесс продолжается. Тогда скажите тем, которые по левую сторону, идите от меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. И опять те же самые стихи, но с одной отрицательной приставкой. Ибо алкал я и вы не дали мне. Жаждал и вы не напоили меня. Был странником и вы не приняли меня. Был наг и не одели меня. Болен и в темнице и не посетили меня. Когда мы видели тебя алчущими, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице, и не послужили тебе, тогда скажет им в ответ, истинно говорю вам, так как вы не сделали это одному из всех меньших, то не сделали мне. И пойдут сие в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. Церковь, дорогая, ничего нового я не прочитал. Вам всем этот текст хорошо известен. Но вместе с тем мы сегодня о нем порассуждаем глубоко, ибо одно обстоятельство в жизни моей недавно побудило меня возвратиться к этому тексту. Абсолютно случайно. Абсолютно случайно. И я скажу об этом чуть-чуть позже. Скажите, пожалуйста, если сегодня мне и вам был бы задан вопрос, что нужно сделать, чтобы спастись? Мы бы очень просто и легко ответили – не грешить. Правда? Не греши. И это есть правда, потому что Христос неоднократно в процессе Своих проповедей говорил – иди и впредь не греши греши. Слышали вы такое? Или читали такое? Иди и впредь не греши. И не только Христос, ученики, пророки, все призывали грешников к покаянию. То есть, к такому состоянию, когда человек должен перестать грешить. Во всяком случае, умышленно. И по вполне понятным причинам, братья и сестры, мы не должны грешить. Потому что Слово Божье говорит, и отсюда вытекает вполне нормальный ответ, что туда, в этот небесный град, никогда никто не войдет, будучи грешником. Давайте я вам прочитаю Откровение 21 глава с 27 стиха. Или, вернее, 27 стих. И не войдет в него, куда? В небесный Иерусалим ничего не чистые, никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у ангцев в книге жизни. То есть, и другое место мы можем прочитать, это в той же 22 главе, а вне этого города кто есть? Псы, чародеи, любодеи, убийцы, идолослужители и всякий любящий и делающий неправду. Нет никакой надежды, братья и сестры, человеку, который произвольно грешит и никогда не нуждается в крови Иисуса Христа, очищающей, омывающей, обновляющей нас, найти каким-то образом способ войти в Небесный Иерусалим. Можно подкупить таможню на земле. И каждый из нас это испробовал в свое время и перейти границу любого государства и оказаться в нем, и вздохнуть. Получилось. Та небесная таможня, она даже не тождественна таможне в аэропорту, где нас просматривают рентгеном и электромагнитными скобами. Там будет суд, братья и сестры. Там будет престол поставлен. И за престолом будет сидеть Агнец Божий. Рука которого кровью собственной будет вписывать имена в книге жизни. А в книгу жизни вы уже приблизительно знаете, потому что не свежие христиане, кто может быть записан. Почему мы сегодня об этом говорим? Потому что существует ложное объяснение, на предмет возможности войти в Царствие Божье. Особенно в этот век, братья и сестры. Этого не было, когда мы жили в стране нашей. Вы в своей, я в своей. Христианство имело высокие стандарты. И руководство церквей знакомило людей с этим. И когда человек согрешал, к нему принимали соответствующие меры, которые были для него вразумлением, а наказание воспитывало христианина. Мы сегодня с вами сталкиваемся с ситуацией облегченного спасения, где многие пастора в больших церквах не считают нужно наживать на красные кнопки. Что это означает говорить на тяжелые темы относительно спасения человека относительно того, что грех есть и никогда не перестанет быть препятствием для жизни вечной. Сегодня перестали говорить о том, что есть что-то, что весьма важно делать, а это есть добрые дела. Почему перестали? Да потому что нужды нет никакой в этом государстве, ни в чем. Это страна, которую я называю, не раз в своем разуме, в сердце Гесеем, ну, все дает человеку. Мы уже забыли о том, что есть голод. Да как можно представить себе голод? Как можно себе представить раздетым? Тьма одежды, все, что вызывает у нас тревогу, что одеть? Куда деть лишнее? Жалковато его выбросить, а не времени его переносить, износить, увидеть на нем дырочку. Сменились все проблемы. Сменились и нормы жизни. Вот в чем вся проблема, братья и сестры. Одному из пастырей, у которого более 25 тысяч членов, на прайм тайм задавали вопрос, почему у вас такой авторитет? В церкви и так много членов вашей церкви? У других же этого нет. Дайте нам ответ вашего успеха. И он сказал то, что я уже сказал. Я не живу на красные кнопки. То есть я не говорю на предмет, что такое блуды его нужно избегать. Я не говорю на предмет, что грешнику надо каяться. В церкви мы объясняем людям только возможности, которые человек имеет, получая благословение от Господа. Успех. Это рост и благополучие здесь на земле. Это материальные успехи и тому подобное. И я прослушиваю, я люблю его проповедь этого пастора, потому что и это нужно проповедовать. Но на самом деле никогда об испытаниях, о грядущих бедах, которые могут быть и в этой земле. Гесем. И христианство слушает это с великим наслаждением, потому что если есть неудача, беги к Богу, непременно наследуешь удачу. Братья и сестры, к сожалению, нужно говорить и о другом. И мы сегодня поговорим отчасти о том, что немножко не будет приятным для слуха. Да, нам нужно много сделать для того, чтобы войти в небесный город. Нам нужно соблюдать высокие стандарты. Запомните это слово. Высокие стандарты нужны для того, чтобы сохранить себя от этого длинного списка пороков и грехов, которые есть в этом мире, и оказаться спасенным. Но вот, братья и сестры, не все живут по этим стандартам. Очень часто мы с вами Стараемся исполнить то, что нам говорят. Пойти и пропустить собрание, правда? Это очень важно. Участвовать в жертвопри... добровольном пожертвоприношении. Это важно. Участвовать в хлебопреломлении, приготовленном. Это важно. Удерживать себя от того, что есть в этом мире, потому что там очень много есть, чем можно заразиться. Посмотрите, мы сегодня с вами как осторожно поступаем, Потому что появился вирус, который наносит вред нашему телу. И вы правильно делаете, и я правильно делаю, что осторожно поступаем. Можно умереть. Вот что прежде всего тревожит меня и вас. А вдруг я буду в числе тех, которые умирают? И мы иногда облегчаем, говорим, что это не так сложно, грипп сложнее и прочее, и прочее, чтобы себя немножечко утешить. А я последнюю информацию слышал, что из 2200 заболевших, не запомнил в каком месте, в каком государстве, почти 50% умерли. Как будто бы не совсем сладкая информация, правда? И это заставляет нас с особой осторожностью жить сегодня. И покупаем салфетки, и джел, и прочие, как никогда в жизни, часто моем руки – я сам заметил, мои руки, они практически не только пишут, иногда делают грязную работу, стали чище и нежнее. Но братья и сестры, а что сделано нами для того, чтобы сохранить от вируса гораздо большей опасности не тело, а душу? И этот вирус не приходит эпидемически по временам только, по сезонам, раз в году, на месяц или на два. Вирус этот живет постоянно. И, к сожалению, мутирует так же самое, меняется потихонечку в другую сторону, чтобы под самой благородной ширмой войти в общество человека. Последний вирус, который в нашем штате, так сказать, начинает свою эпидемию, это вирус сексуального обучения наших маленьких детей. Вам это знакомо, правда? Давайте это как-то узаконим, пропустим, утвердим. Как будто делают люди в Белом доме, в Олимпии. На самом деле, братья и сестры, это политика древнего змея, который в последнее время всячески и как только можно пытается войти в общество, потому что в обществе есть и общество христиан, которых нужно поразить этим вирусом. Но если это все-таки видимо, есть невидимый, медленно поражающий вирус, братья и сестры, и это, знаете что, это то, что мы перестали говорить с этой кафедры о том, какую важную роль играют добрые дела. Добрые дела, братья и сестры. Потому что есть такая ситуация, о которой я с вами сейчас читал в священном писании, где явно Христос говорит не о покаянии грешника. Вы не слышали здесь ничего, правда? О том, чтобы Христос сказал, как сказал тому, иди и впредь не греши. Иди и не делай больше, что ты делал. Возьми постель твою, иди и впредь не греши. Здесь это не сказано. Здесь стоят пред судилищем люди разного содержания, и среди них есть те, которые ходили в Церковь Божию, пели в хору, давали или участвовали в сборе средств материальных. Не пропускали собрания. Но вдруг им здесь Бог говорит, или Христос говорит, а совсем другой материи и теории, он указывает им на то, что они не имеют добрых дел. Не имеют добрых дел. Не сомневайтесь в этом церковь, дорогая, здесь явно сказано. Не нужно, это не притчеобразно, это явно, явно сказано. А что им сказано? Я потрудусь еще раз почитать, когда они предъявляли претензии, Подожди минуточку, Христос. Когда мы тебя видели? Ты говоришь, что ты был голоден? Не знаем такого. Не видели тебя никогда раздетым? Как ты мог попасть в тюрьму? Или в больницу? Ты других избавлял от больницы? И так далее, и так далее. И здесь Христос не притчи, а дает вот обычное народное объяснение, ответ. Тогда скажет им в ответ стих 45. Вот что он им говорит. Истинно говорю вам, вы не сделали это одному из всех меньших, а я есть представитель этого меньшинства. Я есть Бог вдов, я есть Бог сирот, я есть Бог плачущих в больнице, на больничной постели, томящихся в ожидании, в утешении. И я даже есть Бог тех, которые в темнице. По различным причинам и обстоятельствам. Меня однажды внезапно посетил один брат с женой в темнице. И я был поражен. Я думал, что это приехала моя жена. Как обычно случалось. Но когда вышел в комнату встреч, вижу брата из моей церкви и задрожали руки и губы от неожиданности внезапной. Что мог принес и угостил? Побыл со мной часик-два, поговорил, я узнал новости, которые за пределами этого здания расстались. Братья и сестры, прошло более десяти лет. И я, как сейчас помню, по вот этой 272-й улице я ехал. И я вспомнил этот случай. Как никогда с свежестью, с базой Слова Божьего. И так слезились мои очи, что я просто прижался на 167-й на обочину, успокоился, нашел телефон этого брата, он живет уже в Мизурии. Позвонил ему, а он был за рулем на автобусе, маленьком возит грузы. И я ему стал напоминать об этом событии со слезами. И говорю, я не хочу очень много тебе делать комплиментов, чтобы не отнять у тебя награду от Господа. Но забыть не могу, что ты сделал для меня. так это трогательно, братья и сестры, и чувствительно. Мои дорогие, и это не только такие дела, любые, о которых говорит Христос, так важны в нашей жизни, такую играет большую роль. Распознать и найти нужду, которая имеет место сегодня, имеет, братья и сестры. Вы думаете, что притча о Бесплодной споковнице есть просто притча о дереве. Да, Христос столкнулся с деревом, натуральным деревом. И многие проповедники говорят, просто не повезло этой смоковнице, что Христос в тот день был голоден, что Христос шел той дорогой в тот день. Он же мог идти другим путем, и споковница бы не засохла, а на следующий год, возможно, принесла плода. Не это объяснение и суть этой притчи, братья и сестры. Здесь ясно говорится о, слушайте, бесплодной смоковнице, у которой был красивый вид, но не было плода. И единственная претензия у Господа к ней – где твои смоковницы, где твои плоды, где твои смоглы? Почему их нет? На вид красивая, здоровая, питаешься от корня хорошо, живешь неплохо. Но цель ведь твоей жизни – это смоквы, это плод. Значит, ты не оправдываешь твое предназначение. Согласны с этим? Тогда, братья и сестры, скажите мне, а есть ли бесплодные христиане? Мы представляем себе, что бесплодный христианин – это человек худой, плохо одетый, больной на вид. Нет, братья и сестры, другие критерии надо здесь рассматривать. Мы можем сегодня не один раз случайно столкнуться с бесплодными христианами, которые абсолютно подобны той споковнице и имеют исключительно привлекательный вид потому что прекрасно одеваются, самые высокие бренды одежды, ездят на прекрасном транспорте, и это как будто неплохо, живут в прекрасных домах для жизни, делают супер бракосочетания, свадьбы, делают их на гольф-полях, где уникальная природа ездят на, на одном, а на многих лимузинах, подъезжают женихи и невесты, по два-три раза в году ездят в отпуск, на лучший курорт, и как будто бы оно нормально, я и не перечеркиваю все это, поверьте мне. Я не критикую этих людей и не готов сегодня сказать, перестаньте ездить в отпуск и купите себе дешевые автомобили. Нет, братья и сестры. Ну, хочу сказать себе и вам, что все это перечисленное есть просто красивые листья. И пусть они будут. Дерево без листьев не бывает. Согласны, правда? Но надо, чтобы среди этих листьев кто-то рассмотрел плод смоквы. Потому что когда будет день, и он пожелает найти эти смоквы и не найдет. Вот когда наступает критическая минута. Что скажет Он? Мне, а не вам. Где смог вы? Где они? Если я Ему скажу, что Господи, а где же я их мог? Кому я их мог отдать? Ведь я жил в Америке, и там нет голодных. А если есть бездельники, им все дают на перекрестках деньги. Я хотел бы это сделать, но не было возможности и случая. Медицина на высоком уровне, и если она не может вылечить, что даст мне посещение умирающего, безнадежного человека. Ничего. В темнице сидят преступники, пусть сидят и дальше, христиане туда не попадают. Разные объяснения. Может быть, я представлю Господу, сидящему на престоле, но он, братья и сестры, скажет то же самое, что сказано было сейчас в 45 стихе. Он скажет им в ответ, вы не сделали одному из меньших всех. Что означает сегодня, братья и сестры, что мы должны с вами жить по высоким стандартам, не только материальным, но и духовным. И не забывать, что добрые дела есть очень важно для каждого христианина. Добрые дела. Сегодня враг проповедует теорию кальвинизма, где так хорошо провозглашается теория спасения без дел, а по определению и предназначению. По определению один из братьев нашей церкви много лет тому назад сказал мне, брат Ваня, когда-нибудь Скажи проповедь на эту тему. И я уже ее забыл, как-то вспоминаю, но не возвращаясь к этому сегодня, почему-то я вспомнил о нем. И возможно, Он ее будет слушать тоже. Да, Бог определил нас для спасения. Бог запланировал наперед Царствие Божье, и Он знает наперед, что оно пустым никогда не окажется Царствие Божье. Там будут люди искупленные народы там будут, братья и сестры. Но это не просто потому, что я родился в королевской семье, или у меня благородная кровь, или у меня достойные предки. Забудьте это все. Не по этим стандартам Бог будет делить народ направо и налево, а совершенно под другим. И Он не сделал это тайной, Он просто описал это в этой главе от Матвея, братья и сестры. Вы достойны быть на моей стороне, потому что вот что вы делали, кроме того, что ходили в Дом Божий, называли себя христианами и пели в хору. Я был голоден, я был в темнице, я был раздет, я жаждал, а вы не чуждались таковых в этом мире. Они не должны быть всегда рядом с вами. Они могут быть где-то, на стороне, во всем мире, братья и сестры. И глаз ваш, который видит сто метров, имеет еще и духовное око, которое знает, слышит и реагирует на нужды несчастных на всей земле. Ибо Христос пришел спасти весь мир, а не живущих на определенном участке этого мира. Проблема этих несчастных людей, знаете, в чем была? Они сказали, когда мы видели тебя. И первые сказали, когда мы видели тебя. Братья и сестры. И те, и другие понимали, что Христос говорит конкретно о себе. А Христос никогда не нуждался в помощи человеческой. Абсолютная правда. За исключением одного раза. И недавно я проповедовал, когда-то случай был. Где в Гефсиманском саду он нуждался в людях впервые. И обратился к ним, побудьте здесь и помолитесь вместе со мною. И к большому сожалению, братья и сестры, и здесь мы оказались бессильными ему помочь. В остальных случаях он не нуждался но вместе с тем он слышит от людей праведных, когда мы тебя видели, и он им просто объясняет, меня нет, но моих представителей, общество людей, в котором у меня есть повышенный интерес. Я есть Бог, сирот и вдов. И вы об этом неоднократно читали. Вот кого вы одели, накормили, Напоили, посетили. Достойны вы теперь сесть рядом со мною. Братья и сестры, вы знаете, есть проблема у нас вот какая. Простите меня, Саша, если я немножко задержусь сегодня. Проблема есть в том, что мы с вами не то что не можем, но не желаем различить. Или имеем трудность определить, где есть нужда. Мы ее хотим увидеть уже в критическом состоянии. Вот умирает человек, ему надо помочь. Вот сказали, что у него рак. Вот давайте попостимся и помолимся. Вот объявили, что он в преддверии смерти. Быстро побежим и посетим его и спешит туда весь народ. А ему помочь уже нечем. Больной лежит и не рад нашему присутствию. Мы говорим, а он нас не слышит. Я посещал им много, больше раз, но один пример вам даю, когда умирал брат Василий Зробок, по-моему. И мы его посетили с тестем, с женой в, в Киркленде, в доме престарелых. Это было не, по, не первое посещение, но последнее. И он уже не реагировал. Щеки впавшие, лицо восковое, вокруг семья. И мы пришли к нему и пытались что-то ему говорить. И я говорил ему, и честь мой Григорий Васильевич, вы его знаете. Но реакция была нулевая. И я помню, что я склонился уже теперь над ним, близко к его лицу, и говорю, брат Василий, у меня к вам просьба. Если вы хотя бы слышите, что мы здесь и вам что-то говорим, и у вас есть еще хоть миллиграмм энергии, то хотя бы кивните головою или Проведите бровею, чтобы мы поняли, что вы нас слышите. И после определенного перерыва я, и мы все увидели, что он так чуть-чуть дернул лицем. Что означает, что слышал. В таком положении, братья и сестры, мы много пользы уже не приносим. Надо знать и видеть нужду издали и в свое время, и реагировать на нее в свое время. Определить ее, найти. И вот теперь настало время – чтобы я вам сказал, что побудило меня создать эту проповедь. Недавно, недавно месяц тому назад, мы отдыхали в Монтане, в Хат и там горячие источники, куда и вы часто ездите, только, может быть, не в Монтану. Там есть четыре больших и маленьких бассейна по степени температуры воды в ней. И мы находились в одном из малых размеров в бассейне. И там температура терпимая. Но так как это удобство, в этом бассейне всегда много людей. Ну и вода, безусловно, не очень чистая, когда много людей. Но как не есть, так и есть. Находились мы там. И вдруг мы видим, что по территории, потому что ограждены бассейны сетчатой проволокой, забором, мы видим все насквозь. Подъезжает машины, мы видим, вдруг видим, человек идет. Довольно неопрятный человек. Борода такая, ну, густая, нечесанная. Голова тоже у него брошенная, не стриженная. Здесь какой-то он поставил необыкновенный на вид. Колпак или, или шапочка, не знаю. Но смотрелся он довольно отрицательно привлекательный, я так скажу. И мы один другому говорим, Смотрите, кто приехал в бассейн. Наверное, какой-то бомж, кто-то скажет. Или бездомный кто-то добавит. А третий скажет, он же сейчас сюда зайдет, всю воду изгадит. И только отрицательное. И на самом деле этот человек был на вид, ну как, давайте я выражусь так, как человек, за которым не ухаживает женщина. Одинокий. И через несколько минут он торжественно опускается в этот бассейн. И мы смотрим друг на друга, и как бы говорим, вот и случилось. Благо, что он не сел рядом с нами, а в далеком углу. Ну, как в далеком? Через, скажем, 5-6 метров. Ну, и вы знаете, на удивление, всех нас поприветствовал. Приятно, с улыбкой. И мы ему ответили на его приветствие. И завязался разговор который закончился большим стыдом для нас и нашей группы. Потому что мы обнаружили, что этот человек ⁇ бывший тюремщик, который сидел 15 лет в тюрьме за разные преступления. И на 15-м году в тюрьме он покаялся, принял Бога, и он нам стал рассказывать, что там в этом тюремном селе его... Бог посетил, и он получил крещение духовное. И когда он вышел из тюрьмы, он стал христианином. И с той поры до настоящей он живет в автобусе школьном, таком, какой у нас был, и мы продали. Он его превратил в дом и показал нам пальцем на этот автобус. Он был припаркован на дороге. И на всем боку, и на всех стеклах имя «Jesus is your Savior». И он на этом автобусе ездит, и где может... Проповедует Господа. А какую мы ему дали оценку, братья и сестры? Минус один, на первый взгляд по внешности. И вы знаете, что он еще раз сказал? Что там есть такой город, Калиспел. Калиспел, недалеко от этих источников. И много наших верующих там есть. Наверное, кто-то с Калыспалов всего увидит нашу программу, будет осуждать меня за то, что я обнажаю их грех но тем не менее я это сделаю. И он мне говорит, о, вы знаете что? Да нет, мне, всем нам. Я люблю русский народ, я люблю украинцев. Они так вкусно варят еду. Они такие хорошие люди. Хотя, говорит, у меня был с ними инцидент. И рассказывает, что он приехал в Калыспел на своем этом автобусе в церковь нашу, украинскую или русскую. И говорит, я вышел с автобуса и пошел в входной двери, а там, говорит, стоят, дежурит ашеры. И они мне, говорит, строго запретили в церковь заходить, потому что, говорит, им не нравилась моя внешность. И я им стал говорить, слушайте, я верующий, как и вы, ну, пустите меня, я хочу быть на, на на сервис. Нет, ни в коем случае. Ну, тогда позовите вашего пастора, я ему объясню. И через долгие мытарства и убеждения его все-таки туда впустили, когда узнали, что он уже верующий, а не бомж, и после собрания накормили, и он так хвалил эту украинскую пищу, и теперь его туда впускают уже беспрепятственно всякий раз. Братья и сестры, эта история для того, чтобы мы с вами поняли, что надо не просто столкнуться с нуждой, но ее нужно быть готовой встретить внезапно. И она не всегда имеет уродливую форму. Бедный и голодный, и нуждающийся, может быть прилично одет. Но только одно его лицо может говорить о его переживаниях. Вы понимаете, Лен? Просто каждый из нас должен болеть болезнью, которая называется крепкое желание делать добро, потому что это есть украшение христианина и призвание христианина. Пусть мы будем здоровыми и красивыми смоквыми, живущими в хорошей стране, ходящими в хорошей одежде, на хорошем автомобиле и в хорошем доме проживая. Но никогда, никогда не забывающий о том, что есть нужды и есть большая потребность в добрых делах. Не у того, кто нуждается, а у меня, у которого нет нужды. Ибо мы призваны, братья и сестры, на то, чтобы делать Что? добрые дела. И в заключение, закрепляя материал этот следующим словом. Христу однажды, те, кто в нем сомневались, что он здесь Сын Божий, он им дал объяснение следующего содержания. Если вы не верите мне, говорящему вам, что я есть Сын Божий, и что я от Бога пришел и к Нему уйду однажды, то, пожалуйста, верьте чему? Моим делам. Обратите внимание. Не верите моим устам? Пожалуйста, верьте моим делам. Они говорят о том, что я есть Сын Божий. Я есть Сын Божий. Он же, этот Христос, скажет нам, братья и сестры, в определенном тексте Священного Писания – Тогда свет... Будьте светом. Вы знакомы с этим словом. Будьте светом. И тогда светит свет ваш пред людьми. Это что, фонарик на голове? Или в кармане? Нет. Он тут же объясняет, что такое свет. Чтобы они, видя ваши добрые дела, прославили Бога. Мои дорогие. Свет это наши дела, и Господь очень хочет, чтобы люди видели наши дела. Что означает? Чтобы люди или мы были для людей светом, 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 братья и сестры, чтобы дела говорили, как Христос сказал о себе: «Не верите мне, что я сын Божий? Верьте моим делам, по моим делам судите». Чтобы и мы, братья и сестры, не говорили: «А мы крещен» иной и you know без слов но по делам нашим они могли видеть что мы есть братья и сестры христиане вот последнее что я записал как заключение закончится небесный суд и те и другие куда-то пойдут но одни пойдут в муку вечную, Одни пойдут в жизнь вечную. Что мы изберем сегодня, братья и сестры? У нас есть возможность выбрать это. Еще не поздно. Давайте подумаем о важности добрых дел в нашей жизни. Аминь.